Ребят, всем привет, прямое включение, сразу к делу, иду сдавать тест на COVID, потому что недавно была температура, ну и вообще на работу сейчас, типа, надо подтвердить, что нету у тебя COVID-а, вот, и, короче, сказали, что пока тест не сдам и не получу результаты, на работу вернуться не смогу. Так, а где тут вход? Непонятно. Так, сейчас, в общем, найдем вход, ребят. И... Ой, ящерка. И пойдем сдавать этот ужасный тест. Самый ужасный в мире. Я надеюсь, там небольшая очередь, потому что не очень хочется стоять на санцепёке. О май гаш. Мне, короче, далеко надо идти. Так что сейчас, ребяточки, пока отрубаюсь. Ну что, иду делать тест. Тут уже вижу очередь из людей. Что-то они 6 фит не соблюдают вообще. Короче, я прошел сейчас, ну, типа, проверку на... Ну, они проверяют, есть ли у меня, типа, appointment. Но знаете, что меня больше всего сейчас удивило? Сейчас вам покажу. Короче, тут 3 линии. И они по... тому, какая у тебя, с какой буквы у тебя начинается фамилия. И вот мне интересно, что они будут делать, если сейчас все, допустим, вот эти люди будут с фамилией на М. Просто у меня типа на М, и меня вот поставили вот сюда, а тут вот полупустые. Короче, очень странно. Но мы уже близки к тесту. И мне также сделают. Все, ребятушки, я следующий. Но я не уверен, что я там смогу снимать, потому что что-то они все какие-то жесткие. И они это делают моментально. Не думаю. Но может снизу смогу подснять. Короче, я попробую. В общем, там, надеюсь, что-то хоть получилось заснять. Если не получилось, ребят, ну, сорян, ничего не могу сказать. В общем, я не знаю, что там все так корячится. Я не знаю, может, у меня опыт большой. Но вообще не больно, не до мозгов. Просто внутри чуть-чуть потрогали, и все. Там даже... Ну, реально, там шоркают вот так вот легонечко. Я просто так смотрел по этим видео, по... Ну, я не знаю, там, что еще. А, ну, вот сейчас людей там смотрел, кто проходили этот тест. А они же там, одной женщине аж только с третьего раза получилось сделать этот тест, потому что у меня... она там, типа, откашливала. И... Ну, типа, ей неприятно было. Не в плане откашливала, а вот, типа, рвотный, нервотный эффект, я не знаю. Ну, суть в том, что, девочки, такое, ну, в плане того, что легко это все. Не знаю. И результат через 7 дней. Это говорит о чем? О том, что 7 дней я не выйду на работу. И я почему-то надеялся, что все-таки я выйду на работу сегодня. Но я просто думал, что тест будет моментальный. Ничего не знаю. В общем, ребят, кому понравилось это такое мини-видео, увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.